В Видном прошел первый общественный форум «Дело. Московская область», организованный Общественной палатой муниципалитета при поддержке администрации Ленинского городского округа. Все о рынке труда и успешной карьере, а также множество вакансий. Форум «Дело. Московская область» призван способствовать эффективному диалогу между соискателями и работодателями. Сейчас, когда в сложных экономических условиях поиск работы может занимать до нескольких месяцев, важен каждый шаг – от грамотного составления резюме и навыков успешного прохождения собеседования до возможности получения дополнительного образования. Именно эти темы и стали основными на форуме. Мы очень надеемся, что первый форум станет доброй традицией для Московской области и в целом вообще для России. Надо ставить, в общем-то, высокие задачи и достигать высоких целей. На встречу пригласили спикеров федерального и областного уровней, представителей бизнеса муниципалитета, образовательных учреждений, центра занятости. Всего более 120 человек стали участниками дискуссионной площадки. Этот форум первый, да, он будет региональный. У нас на этот год запланировано еще 5 городов в Московской области. Я думаю, что мы на этом не будем останавливаться. Также в рамках форума участникам была презентована новая цифровая платформа для поиска работы в Московской области. Редактор